родилась, дочка? Там, в машине. Да, я. Что? Жених приедет. Маленькая еще. А мне приставать, она не маленькая, а лишняя маленькая, да? Она очень такая, знаешь, шаловливая такая. Кстати, может, родственниками станем? Слушай, я бы ее вообще... Стефани. Сейчас мой внучек. Ну да, внучек мой придет, если это понравится. Твоей дочке там, может, и... Больная какая-то, сука. Эдди, вообще, блин, больная семья, на самом деле, мне аж больно. Нормально, ты чё? Нормально. Нормально. Знаешь, я как поговорку Гуччи Гэнг. Алло, только ты спидзян. А почему, Каролина давно подстриглась? Здесь свой магнитофон. Вот так, она не подстриглась. Прическа просто нет такая. Красный таким заодосит. Самое приятное. Спасибо большое, Сан. Внучек, подойди сюда. Привет, дедуль, привет. Как дела? Где ты пропал? Посмотри. Привет, привет, сынок. Как дела? Как работа? Сама мелкая. Да, это мой внук. Я не козял еще. Он похож на меня. В молодости тоже таким был. Я модный. Только мне это... Привез магнитофон? Да, привез. Магнитофон. А это, а ну, хочу тебя с кем-то познакомить. А, козел, если мы тебе тут невесту нашли. Стефа, не можешь это позвать и дочку твою? Такая же ненормальная, как этот. Алло, Ричард. Сама козявочница. Ричард, слушай. Да, я уже взрослый. Можно мэра в аренду сделать? Нет, тут очень мягко. Нормально. Учусь. Удобно. За границей. Тебя ни хера не слышим, бро. Да, ага, хорошо. Козявочка. Дядя платит, понятно. Кто хочет это? Не наши, ты вообще. На кого учишься? Это хорошо было, ну ладно. А я не знаю, на кого учусь. Нормально. Я не там забываю, не был. Что я рассказал про твою маму. Да уйди! Так, кстати, Астер, познакомься. Это Ти. Она это больная. Мой внучек. Ти? Привет. Алистер. Ти? У нее рак крови. Держу в курсе, бро. Спасибо. Джек, голова болит у тебя. Всем привет, кого не знаю. Что, в клуб пойдем? Да, магнитофон захватил. О, нормально, пошли там музычку. Шли, танцевайте. Вы тут что ли? Клуб что ли вы? Нет уж. Почему? Где? Да ладно, Стефани, не будет как в прошлый раз. То есть не напьешься ты и не упадешь. Деда, давай заставляй всех пойти в клуб. Стефани, давайте в клуб поедем. Знаешь, потанцуем. Все будет прекрасно, Стефани, не беспокойся. Плохо. Да ладно, куда вы поедете? Ну ладно тогда. Ну пока, Эдди. Там же грязно. Пока. И что? Да ладно. Я это... Покушать хочу. Деда, это твоя колымага. Пиздец, блядь. А, бля, подожди, понимаешь, типа, вот в чем дело, когда, вот есть же вот этот Джейк, вот этот чувак, типа, он рассказывал вот эту фигню, ну, ты слышал, да, я, короче, не сразу поняла то, что это он про тебя говорит, я думала, это он про Каролину говорит, и я поэтому, типа, подшучивала. Потом, короче, я как услышала то, что это он про тебя говорит, я так его, блядь, сжечь хотела, пиздец. Я его чуть ли не убила там. Он реально, он такой дебил. Это просто. Я реально, вот теперь я хочу на него убийцу нанять. Вот реально. Вот если деньги появятся, то я это сделаю. Я тебе отвечаю. Боже, я хочу, чтобы его подвесили на крыле, чтобы он, так, я не знаю, висел и мучился. Просто,
Прости, я правда... Какой? Давай. Офигеть, он реально тварь. Типа, блин, тебе, наверное, обидно было, когда я, типа, такая спокойно относилась к тому, то, что он про тебя говорит. Просто я, правда, не сразу поняла и думала, это он про Каролину. Просто вы там галдели, я плохо слышала, о чем он там говорит. Просто я реально не ожидала, то, что он ни с того ни с сего начнет про тебя такое говорить.